Добрый день, уважаемые наши телезрители, наши одиннадцатиклассники. Мы продолжаем с вами готовиться к единому государственному экзамену. И сегодня мы с вами поговорим о выполнении задания под номером 6. Это задание связано с лексическими нормами русского языка. Это задание ориентировано на понимание значения слова. И в этом задании мы с вами должны определить и увидеть две основные ошибки, которые могут возникать. Это ошибка, связанная с тем, что в нашей речи возникают избыточные слова, те слова, которые могут обозначать одно и то же понятие. Или это ошибки, связанные с тем, что слово используется в неправильном, в несвойственном ему значении. И такое слово, такое выражение нам нужно научиться заменять. Вот поэтому шестое задание ориентировано на то, чтобы исключить лишнее слово, либо заменить, лишнее, заменить ненужное слово в нашем предложении. Для того, чтобы выполнить это задание, подготовиться к нему, уважаемые одиннадцатиклассники, давайте с вами вспомним, какие же лексические ошибки могут возникать. Ошибка, которая звучит так – плеоназм. Дословно это слово означает «речевая избыточность». То есть это ошибочные с точки зрения норм лексической сочетаемости соединения двух слов, которые на первый взгляд, кажется, обозначают Разные понятия, но по своему существу, по сути, они обозначают одно и то же. Например, моя автобиография. Вот э, приставка "авто" обозначает моя, то есть мы э, в данном выражении два раза с вами используем одну и ту же форму: моя автобиография. Естественно, такой допускать нельзя, да? Плеоназмы различаются по структуре, да? То есть, смотрите, слышались брань и ругательство. Это выражение и слово ругательство, и слово брань обозначают практически одно и то же понятие. Да? Поэтому не следует в одном предложении использовать эти два слова. Вполне достаточно, если мы с вами обойдемся одним. Или обратите внимание, пожалуйста, наступил темный мрак. Мрак не может быть светлым. Когда мы говорим слово мрак, мы уже с вами понимаем, что речь идет о вечере, а ночью, может быть, о каком-то темном да, времени суток. Мы помним и не забываем героев войны. Помним и не забываем ⁇ это два выражения, которые обозначают а, понятия очень близкие, да? практически одно и то же понятие. И поэтому одно из них является избыточным. А, далее, Раскольников жил не в небольшой маленькой коморке. Выражение ⁇ небольшая ⁇ можно заменить выражением «маленькое», и будут они обозначать одно и то же. Или сочетание глагола и наречия. Враги приближались все ближе. Обратите внимание, здесь используются однокоренные слова. Приближались, корень ближе и ближе. Опять-таки тот же корень, да? близко, ближе. То есть тоже сочетание таких слов нужно будет заменить. Так, мы видим с вами классификацию ошибок. Да? Обратите внимание, с правой стороны приводятся примеры. Давайте обратим внимание на такой пример. Мое отношение к этой проблеме не поменялось. Отношение, да? отношение должно измениться. То есть верно будет, правильно сказать, да, это слово должно быть использовано с оттенком. Мое отношение не изменилось к этой проблеме. Или в конечном предложении автор применяет, автор применяет градацию. То есть неразличение синонимичных слов, да. Вот здесь тоже может возникать такой вид ошибки. То есть вот они, виды ошибок, и вот они, примеры, которые здесь используются. Так. Можно обратить внимание на то, какие виды ошибок еще встречаются в классификации таких вот речевых ошибок. И вот есть примеры, да. Смотрите, таким людям всегда удается объегорить других то есть неоправданное употребление просторечного слова, что тоже недопустимо. Так, вот представлены ошибки, да? Угу. Так, и посмотрим с вами. Теперь поговорим о практической стороне. Задание звучит так. Отредактируйте предложение, исправьте лексическую ошибку. И вначале мы поговорим с вами о том, как нужно правильно научиться исключать лишнее слово. Посмотрим с вами этот вариант. Первый. Сегодня прескурант цен можно увидеть в любом кафе. Обратите внимание выражение «прескурант цен». То есть это выражение обозначает, по сути, да, одно и то же понятие. Прискурант, то есть это перечень цен. Да? То есть э, нам нужно исключить с вами э, лишнее слово. Да? Вот, сегодня прескурант можно увидеть в любом кафе. Второе предложение. Его гуманность и человечность известны всем. Смотрите: гуманность и человечность два понятия, которые обозначают. По сути, да, одно и то же явление, гуманность и человечность. То есть одно слово нужно убрать. Его гуманность известна всем. Мне срочно надо было написать мою автобиографию. Мы уже говорили, что слова ⁇ мою ⁇ и ⁇ авто ⁇ обозначают одно и то же понятие, поэтому э, местоимение ⁇ мою ⁇ нужно исключить. Мне срочно надо было написать автобиографию. Это криминальное преступление потрясло весь город. Преступление в основе этого слова предполагает какое-то криминальное явление изначально, поэтому слово криминальное в данном случае является лишним. Это преступление потрясло весь город. В нашем городе в торжественной обстановке был открыт мемориальный памятник, посвященный воинам-интернационалистам. Обратите внимание на два выражения ⁇ мемориальный памятник. Мемориал и слово памятник ⁇ это слова, обозначающее одно и то же понятие. Памятное место. То место, где чтят память героев. Поэтому слово «мемориальным» мемориальный является здесь лишним. Был открыт памятник, посвященный воинам-интернационалистам. Давайте посмотрим еще вариант второй. Таня – верная жена своему мужу. Вот выражение «своему мужу» говорит о том, что мы с вами в этом предложении тоже должны исключить лишнее слово. Должно было быть предложение правильно построено так. Таня – верная жена мужу. Ну, понятно, конечно же, да, что своему. Поэтому это слово нужно будет убрать. А с 1839 года поэта ссылали два раза в ссылке. Обратите внимание на однокоренные слова. Ссылали и ссылка. Да? Поэтому слово «ссылку» нужно убрать и у нас с вами останется выражение, с 1839 года поэта ссылали два раза. Смысл предложения вполне понятен. На Урале добывают руду в рудниках. Смотрите, руду в рудниках. Опять встречается два однокоренных слова в одном предложении. Так сказать неправильно. То есть мы допускаем с вами лексическую ошибку. На Урале добывают руду. Все, нужно поставить здесь точку. Смысл предложения будет понятен. Или он должен понять, что жизнь не кончена, что нужно бороться до конца жизни. Обратите внимание, да, слово «жизнь» используется, «кончено до конца», то есть тоже в предложении есть неоправданный повтор от которого нужно постараться избавиться. Перестроить нужно предложение. Да? Он должен понять, что жизнь не окончена, например, или не кончена. Поставить точечку. И последнее предложение в этом варианте. До конца своей жизни он помнил ее. Давайте посмотрим, что здесь. Да? То есть до конца своей жизни. Понятно, что слово ⁇ «своей» является, опять-таки, лишним. Потому что речь идет, конечно же, о своей жизни. Поэтому если мы с вами уберем лишнее слово, останется так у нас с вами. До конца жизни он помнил ее. Вот мы с вами сейчас рассмотрели ошибки, связанные с исключением лишнего слова. И посмотрим с вами на второй вид ошибки, который тоже бывает. Допущен в таких предложениях. Эта ошибка связана уже не с исключением, а с заменой того или иного понятия. Вот я пролистаю все эти варианты, и мы посмотрим с вами вот ошибку. Посмотрите, пожалуйста, вот такие предложения. Да? Задание звучит так. Отредактируйте предложение, исправьте лексическую ошибку, заменив неверно употребленное слово. Да? Обратите внимание, спортсменам, чтобы завоевать мировой рекорд, Приходится интенсивно тренироваться не один год. Завоевать мировой рекорд. Так говорить неправильно. Нельзя завоевать рекорд. Рекорд можно установить. Должно было быть так. Спортсменам, чтобы установить мировой рекорд, приходится интенсивно тренироваться не один год. То есть в данном случае мы должны с вами не убрать лишнее слово, а исправить, заменить неверно использованное слово. При этом в ряде регионов цены практически не изменятся. Но будут и такие, где цена на отдельные товары подорожает в полтора раза и даже больше. Обратите внимание, предложение очень а, такое, емкое. А, нужно обратить внимание на а, вторую часть этого предложения, где цена на отдельные товары подорожает. Обратите внимание, цена не может подорожать. Да? Цена может стать выше. Цена может подняться подорожать может сам товар но цена может стать выше то есть слово подорожает мы с вами должны заменить да? где цена на отдельные товары станет выше повысится правильно написать слово повысится в полтора раза ну и посмотрим с вами тоже один из примеров еще василий алексеевич звезд с неба не ловил но все же был довольно опытным в военном деле командиром прошедшим хорошую школу в семилетнюю войну. Обратите внимание на выражение. Василий Алексеевич звезд с неба не ловил. Это устойчивое выражение «звезд с неба э, не хватал». Да? Вот. Поэтому использовать, э, исправить ошибку, использовать это выражение нужно правильно. Да? Звезд, э, «Звезд с неба не хватал». Э, и давайте, уважаемые наши одиннадцатиклассники, рассмотрим с вами последний пример один из последних фильмов знаменитого режиссера создал неоднозначную реакцию зрителей. Мы с вами тоже должны здесь найти слово, которое необходимо заменить. То есть слово в данном предложении используется в несвойственном ему значении. Один из последних фильмов знаменитого режиссера создал, обратите внимание, неоднозначную реакцию зрителей. Реакцию правильно сказать, не создал да, один из последних фильмов, а вызвал. То есть мы с вами в графе ответов должны записать только одно слово ⁇ вызвал ⁇ Этот фильм вызвал неоднозначную реакцию зрителей. Вот таким образом нам необходимо с вами работать над заданием номер 6. Спасибо вам за внимание.